Надоела колбаса? Давай приготовим паштет из куриной печени. Тем более это так просто. Возьмем 250 грамм куриной печени, одну луковицу маленькую и одну маленькую морковь. Для начала обжариваем печень, потом добавляем лук, морковь и жарим все до готовности ингредиентов. Немного остужаем, взбиваем блендером, добавляем 50 грамм сливочного масла и еще раз хорошо взбиваем. И с удовольствием уплетаем паштет.